Вот здесь низкорослый молодняк, они просто такие перистые, что ты их снимешь. Эти где-то двухметровые. А там вон, не знаю, видно или нет, там они повыше. Просто я туда уже не хочу идти. И что самое смешное, они всегда были не такими, ну, ой. Ну вот цветок. То есть гигантский ствол, маленький кожистый лист, этот листочек, маленький цветочек. И какие промежутки, я впервые такое вижу. Вон они там, головками поднимаются. Всегда они были поменьше. А здесь с одного скошенного такого растения можно целую маконосечу сделать. И их много в этом году. Я как-то вчера в новых местах ходила. Вот желтый донник. А там были заросли скабиозы и белого донника. И меня среди них не видно было. Малышня испугалась, что я оттуда выползла. То есть вообще выше меня намного.